Минуточку. Я вас категорически приветствую, дорогие друзья. И мне кажется, я все-таки выполнил эту загадку, по-моему. Да, я выполнил, я тут не знаю, я, наверное, минут 40... нет, какие минут 40? Ну, минут 10 точно сидел, что-то пытался. Нет, нереально это сделать. Я такой раз и сделал. Просто взял и сделал. Фух, я очень надеюсь, что больше тут пятнашек не будет. И я сохранюсь, потому что я больше этого мучения не вынесу. Кстати, спасибо одному человеку, что сказал мне, что на каждом уровне есть по кнопке. И надо нажать. Хорошо, сделаем. Спасибо тебе, дорогой друг. Сколько же у тебя там места? У тебя там уже, сука, два или три диска, наверное, поместилось. Если учесть то, что ты еще спичку выкинул. Так, что у нас это? Диски? О! Да, три диска, глянь, у него в пузе лежит. Это фильм месяц какой-то будет, да? Ну, поехали, че. Мультик! То чувство, когда у тебя нет русификатора. Помехи. Я хочу русский язык в эту игру. Я нифига не понял, что он сказал. Что очень печально. Я бы даже сказал, очень печальненько. А что это за дыра там? Слышь, Фред, подойди. Я повторю еще раз. Я его назвал Фред, потому что, ну, что-то мне захотелось Фредом назвать. Что ты делаешь? Скажи мне, пожалуйста. Я же тебе сказал, куда идти. Ясно. Все с тобой ясно, Фред. Блин, как же хочется узнать, что же он сказал. Потому что если как бы играешь и не понимаешь, что там говорят, о чем сюжет. Смотрите, у меня есть записки, но они все, блин, на японском языке. Это же ужас. Ужас. Так. Да что же все-таки с этой норой надо сделать? Вот всяко же надо стоить не зря. С ней точно можно что-то сделать. Но почему-то он делать ничего не хочет. Да ладно, ты сюда пошел. Чего, блин? В смысле? Ты ее растянул, а это сузилось, да и Знаете, я не удивлен. Проходи. Вау. Темно-зеленая комната, какие-то надписи наскальные. Да-да, я почитаю. Всякое что-то можешь мне прочесть на них. Ясно. Дальше можешь пройти? Может. А что не может? Может. Что-то нифига не видно, знаете ли. Что я, пожалуй, сюда пока лучше не пойду. И лучше я даже сохранюсь. Дабы не получить всяких не очень хороших звездюлей. Если там что-то вдруг будет. О! Вот теперь хорошо. А теперь, думаю, прочитать можно, да? Да иди ты нахер.
А, это на отсюда, да, видно. Плечо болит. О, шипы, здорово. Так, это что у нас такое? Так, ты взял какую-то неведомую фигню. О, молодец. Можешь пройти? Или тебя сейчас захлопнет? Это лифт? Блин, еще одна зеленая кнопка. Так, сохранение, мать учения. О, диск. Да возьми ты его. Так. Так, что сделаем? А это что такое? Это ничего. Что сделаем сначала? Диск. Ой, какой диск? Кнопка или рычаг? Я, пожалуй, нажму лучше сначала на кнопку. Так, а теперь на рычаг. А, это, наверное, что наверх подняться, я прав? Алло, дай наверх поднимусь. Алло. Алло, дядя. Дядя. Поднимись. Фрейд, поднимись. Блин, а как по... А-а-а! Блин, какой-то странный лифт. Слушай, ты надоела уже так-то. Ну, поднимись еще. Ну, Фред, ну давай. А, блин, что-то как-то на этих лифтах вообще сложно ездить. Фиг поймешь, куда нажимать надо, чтобы они поехали. О, еще один диск. Слушайте, так много дисков лежит. Если бы я еще понимал, что у них написано. Записано на них. Ну-ка, в окно посмотреть можешь? Может. Ну-ка. Прекрасный пейзаж. Прекрасный пейзаж. Автор Куинджи. Вы видите неведомую херню с неведомой херней, похожей на шипами, на фоне черного неба. Прекрасный пейзаж. Шикарный. Я бы даже сказал, наилучший. Пойдем-ка. А для чего тут стрелка? Нет, для чего. Ну, пошли. Фред. Тейк. Ну-ка, надо диск подарить, что на нем написано. На них! У меня же два диска. Так. И давай второй. Ну-ка, что там у нас? Не тот. Вот, четвертый. Етить твою на... О, это же мой любимый гриб. Это наверху? Небывальщина? Это так строился город? По-моему, так Бог создавал. За 6 дней он создал все. Все ясно. Так, ну пошли. Фред. Ну погнали. Ну, выходи, давай. Так, собственно, теперь куда нам надо? Мы активировали еще одну кнопку. Мы же ее активировали? Активировали. По крайней мере, очень на это надеюсь. У нас осталось еще нерешенными... Во-первых, вот эти кнопки, их надо, походу, всех будет нажать.
и что-то произойдет. И осталась нерешенная загадка в вот этой вот пи... Немножечко не туда. Вот нерешенная загадка вот в этой вот фиолетовой пещере. Можно еще пойти вот сюда. Тут я еще не был. А, сюда и не пойдешь. А, нет, пойдешь. О, я же видел этот самый, этот скриншот видел, когда игру скачивал. Это кнопка? И тут тоже воды. Я там воду активировал. То есть, получается... Так... О, это же орган. Чего? А причем тут орган? А, то есть... Ну, естественно... Как же я мог забыть? Тут же двери просто так не открываются. Всяко же есть какой-нибудь загвоздочка. Чтобы дверь нажать на кнопку. Или просто к чертям ее молотком выбить. Как же я мог забыть? Успокойся, у тебя ушей нету. Давай, выходи. Тут пока я не знаю, что делать. Нет, тут я уже был. Там я уже все посмотрел. А туда можно? Нет, нельзя. Так. Так, простите, надо было отойти. Так. Давайте, не знаю, вернемся туда. Потому что, походу, надо будет нажать сейчас еще одну кнопку. Я не помню, я ее то ли включил, то ли выключил. Ну там, в принципе, там, если, по-моему, если включить, там такой блюм звук, а если выключить, такой будет вот такой вот звук. Так что надо идти дальше, дальше идем. Иди, иди, иди. Так, наш любимый автомобиль. Садись. Ну, поехали. Ну нет, ну только не опять. Ну что поделаешь, так надо. Приходится, надо же. Так, так, Фёдор, прекрати нажимать на кнопку. Кнопку треугольника. Потому что она здесь нахер не нужна, у меня есть своё сохранение. А, вот она, походу, выключилась. Опа, все, включилась. Все, хорошо, пошли. Давай, давай, давай. Давай. Молодец. Как же его колбасит, когда он останавливается. Ах. Ага, вверх подлетел, молодец. Так, еще одну кнопку мы включили. Я вот все-таки думаю, что вот все-таки вот тот дом с органом, он не просто так. Тут вообще все не просто так. Тут все Нет, не сюда. Тут все тесно взаимосвязано. Вот. Но... Я не знаю. Ну, пожалуй, наверное, к дому я уже к тому пойду. К тому же дому я пойду. К дому, к тому. Я пойду уже в следующей серии наверху. Да. Небывальщина. Так что, подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, напиши комментарий. И я с вами категорически прощаюсь. Все, всем пока. Тебе тоже пока.